Последние пару лет бизнес в России находится под ударом. Санкции, экономический кризис, курсы валют, налоги – все это является помехой для развития бизнеса. Хотя, с другой стороны, непростая ситуация в стране породила массу идей о создании малого бизнеса. Но как промышленным гигантам, так и небольшим компаниям развиваться непросто. В Рязани, как и в большинстве центральных городов, на первый взгляд предложений на рынке недвижимости много. Но при детальном рассмотрении выявляется ряд проблем. Одни сидят в подвале, не видя дневного света, но цена низкая. Другие в старом административном фонде Советского Союза. Третьи на центральной улице, но не имеют возможности припарковать автомобиль. Центр города, где, казалось бы, самые выгодные площади, оккупирован платными парковками. Если включить арифметику, становится понятно, что арендаторы выкладывают в районе 4-5 тысяч рублей в месяц для того, чтобы парковать свой автомобиль около работы. Такая ситуация, безусловно, отпугивает и их потенциальных клиентов. Однако такого не происходит с теми, кто заранее продумывает комфортные условия для своих арендаторов. Бизнес-парк «Капитал Атрон» не только остался во главе угла, но и сейчас продолжает контролировать ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, идти в ногу со временем и наращивать мощности. Руководство бизнес-парка постоянно держит руку на пульсе, следит за рынком коммерческой недвижимости. Совсем недавно мы перепланировали целый корпус под новый востребованный формат. Это формат небольших офисов от 8 квадратных метров. А также собираемся ввести новое для нашего города направление, такое как аренда отдельных рабочих мест. Бизнес-парк «Капитал Атрон» представляет собой единый кластер, состоящий из 6 офисных зданий, производственных и складских площадей, что раскрывает большие возможности для развития компании. Имея в собственности более 100 тысяч квадратных метров арендных площадей на 14 гектарах земли в самом центре города, можем предложить нашим арендаторам не просто снять у нас офис, а расположить на базе бизнес-парка все сегменты своего бизнеса, начиная от приемной директора и офисных помещений, заканчивая производством, складом готовой продукции, отделом сбыта. Это основное конкурентное преимущество «Капитал Атрона», которым не могут похвастаться другие собственники коммерческой недвижимости. Кроме того, многие считают бизнес-парк самым клиентоориентированным арендодателям в городе. Для компаний тут изначально предлагают самые выгодные условия. Проводятся акции, предоставляются арендные каникулы и гибкая система оплаты. Бизнес-центр «Капитал Атрон» предоставляет нам комфортные благоустроенные площади, целый этаж, обладает большой удобной парковкой, а также развитой инфраструктурой вокруг. И очень нам понравилась арендная плата. Вы знаете, арендаторы, однажды пришедшие в бизнес-парк «Капитал Атрон», зачастую остаются с нами на долгие годы, еще и потому, что здесь мы создаем все условия для взаимодействия фирм между собой. То есть в одном месте пересекаются интересы многих организаций, деловых людей. Руководители общаются между собой, заключаются деловые контракты, компании становятся полезными друг другу, возникает своеобразный деловой симбиоз. Ну, что напрямую сказывается на развитии бизнеса в целом. А деловые переговоры, семинары, встречи и конференции в бизнес-парке можно провести на базе оборудованных переговорных комнат. Я была на нескольких конференциях МГИМО, и там есть подобные переговорные комнаты, но я бы сказала, что даже эта переговорная, она обставлена лучше, чем те переговорные, которые сделаны специально для дипломатов. А «Капитал Атрон» выигрывает во многом. В чем? В комфорте, в удобстве, в местоположении и, вот, может быть, даже я скажу, что в размере помещения, в обстановке. И даже вот в таком кресле сидеть гораздо приятнее, нежели на стуле. Маститься в небольшом помещении метров 12. Помимо работы, клиенты бизнес-парка имеют возможность и отдохнуть, заняться спортом, не тратя время на дорогу и пробки. Сразу после работы люди могут отправиться в спортзал, поиграть в футбол в арене «Атрон», выйти на ринг, в любое время перекусить в одном из кафе, а в случае длительных переговоров партнеры арендаторов бизнес-парка могут остановиться в комфортабельном апарт-отеле. Кстати, при этом гости получают бесплатную возможность посещения акваклуба «Акваклуб». Капулька. А для арендаторов, работающих в «Капитал Атроне», там действует постоянная скидка 30%. Наша компания занимается продажей строительных материалов, и наша деятельность связана с большим потоком клиентов.
В связи с этим мы выбрали Капиталатрон, так как здесь есть вся инфраструктура, очень удобный доступ для наших клиентов. Такие моменты, как большая бесплатная парковка, да, что сейчас актуально в данный момент с обводом платных парковок, да, в городе Рязани. Это что касаемо клиентуры. Также здесь очень хорошая инфраструктура, да. То есть, если мы рассмотрим, это спортзалы, это кафе и так далее, и так далее. То есть полный комплекс услуг для качественного бизнеса. Мне на самом деле здесь больше всего нравится то, что я ребенка вожу в соседний спортзал, и это очень удобно. Сергей Валентинов – представитель компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. После недавнего расширения компания переехала со второго этажа главного корпуса бизнес-парка на четвертый. Мы переехали за одно дождливое утро. Просто взяли все свои компьютеры и перетащили наверх, а всю остальную магию сделали, ну, какие-то люди другие, которые покрасили стены, нам постелили ковролины и принесли мебель. Ремонт в большинстве случаев выполняет Капиталатрон. Арендаторам лишь остается собрать свои вещи и переехать на новое место. Еще одним важным моментом, который радует компании, расположенные в бизнес-парке, является наличие централизованного клининга. Арендаторам не приходится думать об уборке. А также большое внимание здесь уделяется вопросам безопасности. И это только часть того, что может предложить Капиталатрон. Надо умываться по утрам и вечерам. Эту строчку из знаменитого стихотворения Корнея Чуковского знают, если не все, то многие. И если о себе любимом по утрам мы стараемся не забывать, то и за нашими драгоценными автомобилями, которые выполняют важную роль в наших жизнях, нужно бережно ухаживать. Бывает так, что после мойки преображение автомобиля колоссально. Машина становится неузнаваемой. Для того, чтобы ваш автомобиль преобразился из тыквы в карету, потребуется всего 20 минут. Причем ожидание в мойке «Омега-центр» для клиентов является весьма комфортным. В комнате отдыха есть все необходимое. Здесь можно выпить кофе, подключиться к Wi-Fi, посмотреть телевизор. А главное, с помощью камер, которые установлены в боксах мойки, можно увидеть, как выполняется работа над вашим автомобилем. Конечно, отмыть машину снаружи – это только половина вопроса. Часто возникают серьезные загрязнения и внутри кузова. В ходе эксплуатации в салоне автомобиля разливаются продукты, появляется уличная грязь, а летом пятна могут оказаться вовсе трудновыводимые, как, например, в этом такси. У вас что-то не случается. Взял заказ, приехал на рынок, посадил двух барышень. Одна села вперед ко мне, другая назад с корзинкой. Ну все, приехали до конечного адреса, расплатились. Через какое-то время посмотрел назад, а у меня там неприятности. Рассыпали ягоду, раздавили. Ну, так как моюсь на этой мойке уже не первый год, вот, решил приехать сюда снова. Вот, думаю, что задача ребят справиться. Автотехсервис «Омега-центр» распахнул свои двери для клиентов в 2013 году. Тогда это была еще небольшая автомастерская. За несколько лет автосервис разросся и превратился в специализированный комплекс по ремонту и обслуживанию автомобилей любой марки. В скором времени здесь будет запущен новый кузовной цех и покрасочная камера. Ну а химчистка салонов автомобилей выполняется в «Омега-центре» различными способами. Очистить можно практически все. То есть, ну, потолок чистится элементарно, не занимает много времени химчистка потолка. Вот. Но другие детали чистятся гораздо сложнее. То есть пол, потому что забивается песок, приходится долго там пылесосить и так далее. Вот. Пластик тоже очищается и довольно-таки быстро. Вот. Но сиденье, в принципе, одно из самых сложных. В случае с ягодами на сиденье такси мастера отмыли это пятно за считанные секунды. И при помощи пылесоса и специальных чистящих средств автомобиль полностью был приведен в надлежащий вид за 15-20 минут. В принципе, не было никаких сомнений. Ребята вполне свои задачи справились.
Ну а пока с чистых, обновленных и красивых автомобилей сдувают последние пылинки, мы расскажем вам о том, что кардинальным образом обновит ваш автомобиль. После полировки фар машина становится как новенькая. Со временем пластик или поликарбонат, из которого состоят фары, при воздействии солнечных лучей мутнеет. В связи с нашей дорожной обстановкой, которая существует, на ней появляются сколы, потертости. Здесь все просто. Неприятный налет снимается с помощью механического воздействия, а затем наступает этап обновления фар. После того, как мы снесем слой, налет, который образовался на фаре, до полной гладкости ее, при помощи полировальной пасты мы заполируем ее до полного блеска и приведем к состоянию близкой к новой. Итак, фары чистые. Автомобили в огромном количестве боксов ежедневно продолжают преображаться не только на мойке, но и в автотехцентре. Но это уже совсем другая история. И в следующих выпусках программы мы вам обязательно расскажем о больших возможностях, которыми обладает Омега-центр. Мы находимся в мебельном центре 4 комнаты. Это улица Высоковольтная, 48А. Давайте пройдем в мануфактуру уюта. Мануфактура уюта делает в своем роде уникальные вещи. Вот диван, который был собран на фабрике в качестве образца. Конструкторы и дизайнеры предложили разные варианты использования. Это диваны и кресла, но не простые. В каждом из них есть опции, которые удивляют и радуют. Вся мебель здесь модульная, то есть ее можно собрать по потребностям заказчика. Каждый элемент диванов работает самостоятельно. Размеры такого красавца могут быть от огромных до миниатюрных. Подушки реклайн, то есть они не мешают при раскладывании. Три положения диванов – сидя, полулежа, лежа. Встроенная акустическая система работает от блютуса, флешки, провода. Охлаждающие подстаканники. Надежный, спрятанный в мебель сейф. Раскладной удобный столик. Бар. Многофункциональные подлокотники. И, конечно же, независимый пружинный блок. Фирменный матрас мануфактуры уюта с настоящим ортопедическим эффектом. В мануфактуре уюта каждому клиенту подходит по-настоящему индивидуально. Кто-то часто выбирает диван для кухни с компактным спальным местом, а кто-то для малышей с повышенным комфортом ортопедического матраса и многого другого. Вот многими любимый вариант полутораспального дивана. Минимум действий, максимум комфорта. И еще в продукции мануфактуры уюта много других интересных фишек. Это не просто мебель. Это организация жизненного пространства, комфортная. Каждому здесь должно быть легко, свободно и радостно. Мануфактура уюта. Мебельный центр, 4 комнаты, улица Высоковольтная, 48А. Приходите.